Медовый Спас – первый из трех народно-церковных праздников Спасов. Он приходится на начало Успенского поста 14 августа. На Руси в дни августовских Спасов было принято делать заготовки на зиму из меда, орехов и яблок. К середине месяца в пчелиных ульях уже созревал мед, и пасечники начинали его сбор. 14 августа мед приносили для освящения в церкви. В медовый Спас хозяйки готовили постные пироги, блины и медовуху. Начинать трапезу было принято с ложки меда. В старину верили, что если перед употреблением лакомства загадать желание, то оно обязательно сбудется. Однако Медовый Спас – это народное название праздника. Православная церковь в этот день отмечает происхождение честных древ животворящего креста Господня.